У нас дождь идет. Хотела сегодня пойти на улицу, нарвать мини-баклажанов. Потом вышла за дом, за территорию, слышу где-то недалеко уже такой шум плотного дождя. Думаю, не-не, я дальше не пойду. Вот. И мне нужно срочно возвращаться домой, потому что я даже не успею за территорию дома, как на меня просто дождь накроет, и все, я намокну. И я скорее возвращалась с галопом домой. Вот я вот пришла, посмотрите, вот такой вот ливень просто пошел. Так я скорее свои цветочки вытаскивать. Вон, вытащила. Сильный дождь, сильный ветер. Это вот мои деревья. Вот, довольные. Там у меня как же называется? Мускатники. Мускатные орехи растут. Вот эти вот где они? Вон, видите, мотыляется листик. Это мускатный орех. Дерево мускатного ореха. Поэтому у меня там 7 штук, поэтому я им в горшке все в одном. Ну, я очень рада, что такой прекрасный дождик. И вот это дерево я, наверное, буду вытаскивать, потому что там кактусы, а вода на них плохо влияет. Поэтому вот такие вот потоки, дождь. Вообще, просто лужа. Да. У нас сезон дождей в Малайзии, остров Борнео. Посмотрите, вообще ничего не видно. Все. Да, еще и молния. Ой, все. Мне нужно спасать кактусы. Все. Там уже болото просто.